Құрметті көрермендер, онлайн брифингтің екінші бөлігін бастаймыз. Ағымда аптадағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бірінші департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Болатұлы Бегайдаров баяндайды. Уважаемые зрители, начинаем вторую часть брифинга на тему о фактах коррупции за текущую неделю. Спикер, следователь по особо важным делам Первого департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Данияр Булатович Бегайдаров. Уважаемые зрители, также напоминаем, что посредством социальной сети Facebook вы можете задавать свои вопросы, мы их рассмотрим и ответим в ходе эфира. Итак, Данияр Булатович, вам слово. Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті брифингке қатысушылар. Бүгінгі біздің Антикор Ньюс жобасы аясындағы кезекті брифингіне жүздескенімізге қуаныштымыз. Енді брифингті бастамас бұрын айта кететін жайт, сіздердің қазіргі кезден бастап, егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды дайындап, комментарий ретінде жаза беруіңізге болады. Бір өтінім, сұрағыңызды қойған кезде жауапты, нақты, толық және пәрменді жауап алу мақсатында сұрағыңызды анықтау және толық беруіңізді сұраймыз. Ал енді сотқа дейінгі тергеп-тексерулер бірыңғай тізіліміне тіркелген кейбір қылмыстық, құқықтық бұзушылық фактілеріне тоқталуға рұқсат етіңіздер. В целом, за истекшую неделю антикоррупционной службы зарегистрировано более 60 досудебных расследований. Задержано 4 должностных лица. Как вам известно, антикоррупционные службы города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц акционерного общества «Астана-РЭК» по факту хищения денежных средств акционерного общества путем мошенничества. В результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличены заместитель председателя правления акционерного общества, а также его подчиненный, руководитель Сорокинского РЭК и руководитель сбыта АО, которые в период 2020 года похитили денежные средства АО на сумму свыше 50 миллионов тенге путем снижения объема фактического потребления электроэнергии юридических лиц. Списано в виде потерь. Схема хищения выглядит следующим образом. Из 100% подлежащих уплате в акционерное общество денежных средств за потребленную юридическими лицами электроэнергию, 30% должностные лица АО присваивали в виде отката 50% списывалось в виде потерь и лишь 20% фактически оплачивалось в АО. Таким образом, АО недополучало 80% из начисленных сумм за потребленную юридическими лицами электроэнергию. Заместитель председателя правления акционерного общества и руководитель сбыта акционерного общества в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан. Предварительное следствие по настоящему уголовному делу продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, по данному факту имеется видеоролик, который будет размещен на Telegram YouTube-канале нашего ведомства. 1 августа текущего года антикоррупционной службы Карагандинской области задержан заместитель регионального командования войсковой части антикоррупционной службы совместно с сотрудниками национальной безопасности по Карагандинской области задержан заместитель регионального командования войсковой части 52859 Национальной гвардии республики, который подозревается в хищении имущества путем присвоения горюче-смазочных материалов. Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования. Другие обстоятельства в интересах следствия под разглашению не подлежат. Видеоролик, также по данному факту видеоролик будет размещен на YouTube и Telegram-каналах. Департаментом антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах
В отношении заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, который в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме свыше 50 миллионов тенге, выделенных на текущий ремонт 46 жилых домов на восстановление последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыс, Туркестанской области. Антикоррупционной службой Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Руднинского городского отдела строительства акимата города Рудный. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме порядка 4 миллионов тенге путем незаконного перечисления денежных средств в адрес предприятия по заключенному договору, о государственных закупках по разработке проектно-сметной документации объекта реконструкции здания Дворца развития и творчества детей и молодежи акимата города Рудный. Также антикоррупционной службой Кызылординской области проводится расследование в отношении руководителя отдела управления сельского хозяйства области по факту растраты в 2019 году бюджетных средств в сумме 54 миллионов тенге путем незаконной выдачи субсидий сельхозтоваропроизводителю на удешевление кормов на поголовье племенного крупного рогатого скота. Окончательное решение о степени вины по данному делу будет вынесено судом. Расследование по данному факту продолжается. Антикоррупционная служба Акмолинской области. Начато досудебное расследование в отношении одного из государственных ветеринарно-санитарных инспекторов Степногорской городской территориальной инспекции. Инспектор ГУ подозревается в получении взяток на системной основе от субъектов предпринимательства в размере от 2 до 11 тысяч тенге за беспрепятственную реализацию мяса на территории рынка без наличия обязательных товаросопроводительных документов. В отношении вышеуказанных предпринимателей также зарегистрировано досудебное расследование по фактам дачи взяток. Видеоматериалы вы можете получить на YouTube и Telegram-каналах. Антикоррупционной службы Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела земельных отношений акимата города Костанай. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями с целью извлечения выгод для предпринимателя, выразившегося в незаконном проведении аукциона по продажам права аренды земельного участка площадью порядка 2 гектар, а если быть точным, 1,8 гектар. По заниженной стоимости в размере 4,5 миллиона тенге при фактической стоимости данного участка в сумме 37 миллионов тенге, что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 32 миллионов тенге. Вместе с тем, департаментом антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по факту хищения с использованием служебного положения в крупных размерах в отношении должностных лиц отдела образования Каратабинского района ЗКО, которые в период введения чрезвычайного положения на территории республики в мае 2020 года в группе лиц с подрядной организацией совершили хищение бюджетных средств в крупном размере на сумму свыше 6 миллионов тенге, выделенных на приобретение ноутбуков в количестве 100 штук. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судами. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Вместе с тем, хотелось бы сообщить, помимо зарегистрированных фактов досудебных расследований, состоялся ряд приговоров. Так, состоялось 18 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц по ранее оконченным уголовным делам антикоррупционной службы. К лишению свободы приговорено 2 лица, ограничению 3, к штрафу 15. Общая сумма штрафа составила порядка 62 миллионов тенге. Осуждено 7 руководителей различного уровня. К примеру, 27 июля текущего года приговором суда города Туркестан к 7 годам лишения свободы каждый осуждены руководитель управления культуры Туркестанской области Исабек и руководитель отдела данного управления Абдулаева. Исабек подозревался в получении взятки в сумме 700 тысяч тенге при посредничестве Абдулаевой
за назначение на руководящую должность в ГККП областной историко-краеведческий музей Туркестанской области. Также 30 июля приговором Келесского районного суда Туркестанской области осужден аким Жамбылского сельского округа Курманалиев. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 миллионов тенге. Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге за положительное решение вопроса о выдаче земельного участка по государственной программе «Нурлы-Жель» на территории Жамбылского сельского округа. 30 июля Шуйским районным судом осужден руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуйского района Жамбылской области Исеев и директор специального многоотраслевого КГП на ПХВ «Питьевая вода Шу» отдела ЖКХ и акимата Шуйского района Джинбеков и проговорены к штрафу в размере 20 миллионов тенге каждый с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 2 миллионов тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуйского района путем перечисления на расчетный счет ИП Джунусовой и дальнейшее их обналичивание. 3 августа текущего года Махамбетским районным судом руководитель ГУ отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района Атырауской области Ершиков осужден к штрафу в размере 5 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Он также подозревался в неоднократном получении взяток в сумме 145 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя Махамбетского района за подписание актов выполненных работ в рамках субсидирования расходов по обеспечению населения района питьевой водой, выделенных по государственной программе развития регионов и завладении путем мошенничества денежными средствами в сумме 160 тысяч тенге под предлогом оказания финансовой помощи для организации встречи руководства акимата Атырауской области, управления образования Акмолинской области Коспана и приговорен к 3 годам ограничения свободы. Это 6 августа текущего года приговором Кургалжинского районного суда осужден директор агротехнического колледжа села Кургалжин, управления образования Акмолинской области Коспанов и приговорен к 3 годам ограничения свободы. Он подозревался в хищении бюджетных средств более 3 миллионов тенге путем служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями. Осужденный, вышеуказанный осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Вместе с тем, за истекшую неделю осуждено 10 лиц по факту дачи взяток должностным лицам, по факту мошенничества 2 лица и по факту злоупотребления должностными полномочиями 1 лицо. Также хотелось бы сообщить по результатам досудебных расследований и вынесенным приговорам. Вместе с тем проводится превентивная работа. И в рамках досудебного расследования также проводится превентивная работа по направлению представлений в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса в государственные органы по устранению коррупционных рисков. По данным фактам, я думаю, остановится Нурике. Озвучу обязательно. Спасибо, наверное, Влад Ильич, за информацию. Поступил вопрос к нам на Facebook. Задает его Айдана Демесинова, корреспондент портала «Казправда.кз». Ранее сообщалось о том, что проводится расследование в отношении экс-акима Кызылординской области Куанышбека Искакова. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. На какой стадии находится это дело? Спасибо за вопрос. Антикоррупционной службой действительно проводилось досудебное расследование в отношении экс-акима Кызылординской области, как вам известно, и других должностных лиц акимата области. В настоящее время уголовное дело завершено расследованием и предано в Кызылординский городской суд номер 2. О дальнейших, это на сегодняшний день последняя информация. В случае наличия дополнительной информации вам будет сообщено дополнительно. Думаю, ответил на ваш вопрос. Спасибо, Айдан, за вопрос. Далее сообщим информацию касательно исполнения законодательной нормы об отставке и несоответственности руководителей за коррупцию подчиненных.
Итак, за 7 месяцев 2020 года антикоррупционной службой в госорганы внесено 1120 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 575 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности 81, предупреждены о неполном служебном соответствии 68, понижены в должности 10. Строгий выговор объявлен 145 лицам. За отсутствие контроля и допущения нарушений законности подчиненными дисциплинарной ответственности привлечены 250 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности 46, уволены 7. К примеру, в таком формате на этой неделе должна была быть рассмотрена дисциплинарная ответственность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР Баитова за коррупцию со стороны его непосредственного подчиненного. Поясняем. 25 июля в законную силу вступил приговор суда в отношении руководителя департамента комитета по Акмолинской области Молдогулова. В мае текущего года в группе лиц по предварительному сговору он путем обмана получил вознаграждение от предпринимателя в сумме 700 тысяч тенге, обещав взамен положительное решение касательно получения аттестата в области промышленной безопасности. За содеянное признан виновным по статье 190 части 3 пункту 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничество. В результате 10-кратный штраф в размере 7 миллионов и пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе. Однако председатель комитета Баитов до вступления в законную силу приговора суда, то есть 10 июля, в отношении Молдогулова освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Также антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц Акимата. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания. 23 июля распоряжением Акима города Костанай с занимаемой государственной должности по отрицательным мотивам уволен находящийся под следствием заместитель Акима города Костанай Финк. Если его вина будет доказана в суде, то в течение 10 календарных дней в отставку должен будет подать аким города. По собственному желанию распоряжением акима Костанайской области уволен руководитель управления образования Цымбалюк. 29 июля его подчиненный руководитель КГУ Центр информатизации и оценки качества образования управления образования Павличенко признан виновным приговором суда. По статье 367 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан за получение взятки за ускоренное перечисление очередного платежа по договору о госзакупках услуг. Также 3 августа состоялись два решения суда по административным правонарушениям. Государственная казна пополнится за счет штрафов на 2 200 000 тенге. Руководитель отдела Балкаш-Алакульской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Батыров, будучи лицом уполномоченным на выполнение госфункций, получил незаконное материальное вознаграждение от гражданки Макамбаевой за ускорение выдачи документов. В результате она выплатит штраф в размере 200 МРП в сумме 555 600 тенге, а вот чиновник в 3 раза больше, свыше 1 миллиона 660 тысяч тенге. На этом данная информация завершена. Уважаемые зрители, спасибо большое за внимание. Дополнительные материалы будут опубликованы на YouTube-канале агентства, а также на Telegram-канале агентства. Вы можете ознакомиться с ними дополнительно. Данияр Булатович, спасибо за выступление. До свидания, до новых встреч. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.